Всем привет! Я закончила работать и хочу показать наш центр города исторический. В общем, как он выглядит после работы. Если кто читал французские романы про сточные каналы вонючие, в общем, это про наш центр города. Вот такая красота у нас остается. Вот это все у нас. Если вы думаете, что это кто-то уберет вечером, то нет. Извиняюсь, что показываю. Ну, хорошо, что телефон запах не передает. Абсолютно не передает. Вот так остаются у нас столы после того, как торгуют фруктами. Вот такая красота. В общем, рынка у нас не хватает в городе, и у нас фруктами торгуют там, где можно встать. Естественно, что они это делают не бесплатно, они платят кому-то за свои торговые места. Но порядка для города это не несет никакого. Я думаю, что если бы людям нужно было купить фрукты, они и на рынок зайдут, не обязательно вот так на ходу. Очень обидно, потому что город у нас красивый. Хочется, чтобы к нам тоже туристы ездили. Денежку нам сюда привозили. В магазинах наших что-то покупали. Но вот турагентства говорят, что очень трудно заманить в Кинешму туристов, потому что у нас даже сводить их практически некуда. Что там, музей валенок вот у нас еще как-то пыхтит. Девчонки молодцы. И экскурсии делают, и рассказывают интересно. Вот, а что еще у нас? Ну, церквей у нас много, да, но не все же вот православные, чтобы их по церквам-то водить. Просто по магазинам. Они везде есть магазины, это не очень интересно. В общем, для того, чтобы привлечь туристов, администрации нужно, наверное, как-то что-то придумать. Очень обидно за наш город. А мы все со своей стройкой. Сергей Витальевич дозакажет то, что нам не хватает. Это у нас тут Аксон филиал. Всем привет! Это я уже снимаю на следующий день, утром. Но я сделаю все в один ролик. В общем, я сегодня на работе, сегодня воскресенье. Побежала в соседний магазин за пирожком. Чай попить. Теперь у нас снег. Вот про вчерашний разговор. Мешки с мусором, они так на месте все и валяются. Они тут уже месяц, наверное, валяются, эти мешки. Кто-то добрый их собрал, но увезти их некому. Так, я выключусь. Закончился рабочий день. Поехали мы домой. Включили показать нашу осень золотую. Снег у нас мокрый, липкий. Вот как детей завтра в школу, в чем везти, даже не знаю. Холодно. Кожаные обуви не поведешь, в кроссовках не поведешь. А в резиновых, даже не знаю, в резиновых прохладненько. Парк грустный весь под снегом. Все грустненько.